как-то. Икру выбрасывать, закучил. Ну это, конечно, глупости, да. Нахера икру выбрасывать, блядь. Шкурки от яиц собирает, блядь, а икру выбрасывает, да. Фипец. Это же Рома. Здесь вчера. Зачем икру выбрасывать? Здесь седло вчера было нормальное, блядь, а что-то утащил кто-то его. Пенопласт большой такой. Он пенопласт с собой принести. Он улетает еще, весом гонит. О, ложит, видишь, у меня клюет на эту удочку. Клюет, да, он сейчас ложит, видишь, репобляк дергает, как он. Вот он. Мелкий, ну пойдет. Карасек. Так вот. Крупняк что-то вообще не хочет. Да зачем крупняк, вот это самый нормальный. Самый то. Он сладкий. Ну. Он и сладкий, его ловить просто одно удовольствие. Вот уже три штуки. Нет, он не клюет, он этот. По пляксам такой. Уже три поймал. Не поймает. Сейчас Герасимович сазана, бля. Громадно. Срост. Блять, сука, ты забыл в магазин заехать, сигареты купить. А он у вас еще стоит? Стоял, о, да. Эта удочка клюнула сейчас. Вот это? Да. Вон. Видишь? Оп, потащила. На червя, да? Ну я вот этот участок здесь подкормил, сейчас туда хлеба накидал. Ну, видишь, зеленый клюет. Пойди лягушку придет. Нет, это карась. Его сразу видно, конечно. Маленький, но карасик. Рано. А тут стоит вообще попляк или нет? А у меня начал опять дюбать. Вот это место вообще вот классное. И в прошлом году ловили здесь, и вчера я здесь ловил, и сейчас. Блин, я говорю, сигареты забыл купить. Пойти стрельнуть у кого-нибудь. Да, они уже подходили ко мне. Добрый день! Сигаретки не угасите, а? Одна. Купить забыл. Все, купили, не забыли. Ну что, на манку клюет, да? Да. Ну что, карасик, да? Какой вообще? А есть огонь, чтобы не это? Пожалуйста. Благодарю. Вообще тишина. Не, ну ловилась крупняк нормально, но сейчас тишина. Поймал? Да ладно. О, Герасимович.
Ну теперь я вижу, что поймал. О, ну этот манюсенький. Ну, начинать надо с таких, да? Нормально пойдет. Самая семечка сладюсенькая. Манюсенькая. Стянул червя, бля. Смотри, что-то висит на краю на самом. Может, с того же стороны. Он там клевал немножко, дальше он клевал. Может. Далеча. А это тоже тюк-тюк и положил. Да? Ну, а здесь постоянно ложит. Ну, все дымы. Вот туда далеко кидаешь, не клюет, а под берегом клюет.